меня был последний шанс ликвидировать Вольфа на аэродроме в Тиргартене в 18:45. Времени оставалось в обрез. Чтобы остановить Вольфа, нужно было снова отправиться в самое сердце Берлина. Так как весь город лежал в руинах, единственная пригодная точка для стрельбы находилась там, откуда я начал. Мне нужно было попасть к Бранденбургским воротам. Город был объят огнем. Бои не прекращались. Настоящий ад. И где-то в центре огненного шторма эта тварь собиралась сесть в самолет, улететь в безопасное место и увезти с собой в Москву все секреты ракетной программы. Если, конечно, я его не остановлю. Встречать в Сталинграде как героев. Героев? Можно подумать, у нас был выбор. Здесь. Смотрите в оба. Найдите его. Продолжайте искать. Он где-то здесь. Ищите лучше. Найдите его! Ищите лучше! Продолжайте искать! Смотрите в оба! Он где-то здесь! Thank you.
Ищите лучше! У нас потери! Смотрите в оба! Он где-то здесь! Боец убит! Здесь! Смотрите в оба! Что случилось? Найдите его! Он где-то здесь! Боец убит! Продолжайте искать! Боец убит! Он где-то здесь! Я тебя найду! Отбой! Ищите лучше! Ищите лучше!
искать! Найдите его! Мы нашли тело! Мы здесь не одни! Прочесать местность! Покажись, снайпер! Прочесать местность! Потери!
Мы нашли тело!
Битва за Берлин закончилась в 8.23 на следующее утро, 2 мая 1945 года, когда комендант Берлина генерал Вейдлинг подписал капитуляцию и сдался генералу Красной Армии Чуйкову. Через несколько дней война закончилась. Но уже начиналась новая война. Холодная война. И я был ее первым солдатом.